Сейчас покажу вам, как связать вот такой шнурок. Берем ниточку, крючок, две спицы, скользящую петлю делаем. Набираем 3 петли. Раз, два, три. Во вторую петлю набираем. Еще раз набираем. 3 петли на крючке. Убираем крючок. Берем спицу. Не переворачивая вязание, вяжем 3 петли. Тянем. Опять протаскиваем спицу, нитку на палец и продолжаем. Раз, два, три. Тянем. Так каждый ряд до нужной вам длины. Раз, два, три. Раз, два, три. С этой стороны шнурок образуется, и с этой стороны шнурок. Так, продолжаем вязание мы до нужной нам длины. Если у кого-то есть ненужные такие короткие спицы, на леске спицы когда-то поломались, вы их не выкидывайте. Как раз для этого дела они очень даже пригодятся. Кажется, что долго длина, но все получается очень быстро. Прошло совсем немного времени. Вот что получилось. Такой полый шнурочек. Теперь будем закрывать. Как в обычном вязании. Провязываем. Переносим, провязываем, переносим. Крючок. Берем крючок и вовнутрь. Завязываем узелок. С этой стороны то же самое.
Довязываем еще один узелок. Отрезаем. Формируем. Бантик или шнуровку. Нужно сюда приделать. Вот показала вам, как вязать шнурочки.